Шеф-повар Максим Григорьев. Тушеная капуста с баклажанами в мультиварке. Капуста – очень полезный и вкусный овощ. Хозяйки широко и с удовольствием используют капусту для приготовления многих блюд – голубцов, запеканок, салатов, солянок, борщей. Из капусты получается отличная начинка для вареников, пирожков и штруделя. И хоть свежая капуста и полезнее приготовленной, но запах вкусной, тушеной капусты сведет с ума многих. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Баклажаны синие 150 грамм. Капуста белокочанная 500 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Морковь 1 штука. Перец черный молотый 0,3 чайной ложки. Сахар 0,5 чайных ложек. Соль 1 чайная ложка. Томатная паста 2 столовые ложки. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для работы нам понадобится белокочанная капуста, баклажаны, лук, морковь, подсолнечное масло, соль, сахар, черный молотый перец, томатная паста, чеснок. Шаг 2. Мультиварку включить на режим выпечка. У меня мультиварка Polaris. Разогреть чашу 1 минуту с подсолнечным маслом, 3 столовые ложки. 1 луковицу очистить и нарезать кубиками. Обжарить лук 2 минуты. Шаг 3. Добавить очищенную и натертую на крупной терке 1 морковь. Перемешать и жарить 3 минуты. Шаг 4. Добавить очищенные и нарезанные соломкой баклажаны, 150 грамм. Перемешать и жарить 3-4 минуты. Шаг 5. Добавить очень тонко нашинкованную капусту, 500 грамм, соль, 1 чайная ложка, сахар, 0,5 чайных ложек. Перемешать и готовить под закрытой крышкой 20-25 минут до мягкости капусты. Если есть такая необходимость и капуста выделяет мало сока, добавить в чашу мультиварки 100-150 мл кипятка. Шаг 6. Добавить томатную пасту, 2 столовые ложки, мелко нарезанный чеснок, 2 зубчика и перемешать. Готовить 2-3 минуты. Шаг 7. В конце еще раз проверить на соль. Шаг 8. Тушеная капуста с баклажанами в мультиварке готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.